Добрый вечер. Сегодня в этом концертном зале настоящий праздник. Республиканский музыкальный колледж при Белорусской государственной академии музыки отмечает свое 70-летие. За эту историю он прошел от обыкновенной музыкальной школы, школы для одаренных детей до республиканского колледжа. Со всех уголков Беларуси сюда приезжают талантливые одаренные дети. А вот заканчивают они это единственное в Беларуси уникальное учебное заведение настоящими профессионалами. Это становится возможным благодаря блистательной плеяде педагогов. Умных, чутких, внимательных, способных и увлечь, и раскрыть детские сердца навстречу красоте. Не случайно совместная работа приносит прекрасные плоды. Среди выпускников музыкального колледжа более 500 лауреатов национальных и международных конкурсов. Им знаком большой успех. Им аплодируют многие страны мира. Но молодые музыканты твердо помнят самую важную заповедь. Любить музыку не за то, что она приносит тебе успех, а за то, что она музыка. Все сегодняшние участники юбилейного концерта приносят в дар родному колледжу свои музыкальные приношения. На сцене лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель гран-при международного конкурса «Могутный Боже», обладатель приза канцлера ФРГ международного конкурса «Гармония». Владимир Дружаков, авангард, Богородица Дева, радуйся. Национального собрания Республики Беларусь Владимир Николаевич Коноплев. Добрый вечер, уважаемые сестры. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы, депутаты Палаты представителей Национального собрания, рады, что оказались на сегодняшнем таком прекрасном празднике.
Действительно, это молодое поколение, это достояние нашей страны. Я сегодня, когда посмотрел на концертную программу, и кто выступает, и какие они уже заслуги имеют, ну, просто диву даешься, что наша Беларусь только может. Хотя, правда, вот после успеха ее родителей уже ничему не удивляешься. Поэтому я от всех депутатов, от представителей, от себя лично, хочу поздравить всех присутствующих в этом зале, весь прекрасный творческий коллектив педагогов. Вас, родители, я думаю, вы тоже здесь присутствуете. Вас, ребята, за преподавателей, за ту огромную работу, которую вы проводите. Родители за то, что вырастили таких прекрасных детей. И вас за то, что вы 11 лет трудитесь, не просто учитесь, а действительно трудитесь для того, чтобы представлять нашу страну. Огромное вам за это спасибо. Ну и присутствуя на празднике, конечно, по нашим славянским традициям, мы не можем обойтись без подарков. Вот к этому поздравительному адресу от палаты представителей, которые будут ходить у вашего руководства, я хочу подарить, ребята, вам наш телевизор, чтобы вы имели возможность в тех местах, где проживаете, вот, смотреть наши передачи и прекрасный музыкальный центр. Первое впечатление, которое
я ловлю, так сказать, вот в глазах своих коллег, что они мне верят в лучшем случае наполовину. А это на самом деле так, потому что если посчитать все те президентские поддержки, надбавки, оценки, которые есть только в вашем колледже, то я думаю, что этого хватило бы на, ну так скажем, среднее государство в центре Европы. Я хочу от имени руководства министерства вас сердечно поздравить с праздником, потому что ваш праздник – это праздник страны, это праздник системы Министерства культуры. Я думаю, что мы далеко не все для вас сделали, мы знаем об этом. Не все у нас получается так, как хотелось бы, особенно с точки зрения финансовой. Но и тем не менее, согласитесь, что сегодня, когда в государстве выделяются огромные деньги на поддержку культуры, в том числе материальной базы, я думаю, что и колледж вниманием государства не обойден на сегодняшнем этапе и в будущем. Достаточно сказать, это я уже говорю не для депутатов, поскольку я их информировал и докладывал, что вот этот прекрасный зал, что в нем присутствуют ваши, как сказал Владимир Николаевич, учителя, родители, это почти 20 миллиардов, выделенных президентом страны на приведение в порядок здания филармонии. Мы останавливаем, с декабря месяца начинаем ремонт театра оперы и балета, который выльется примерно в 150 миллиардов белорусских рублей. Мы закончили дворец Румянцев-Паскевича в Гомеле за огромные деньги проведены работы. Мы ведем огромные работы на национальной библиотеке. Мы заканчиваем пристройку к художественному музею в городе Минске на улице Ленина. Мы ведем активные работы на замках в Несвеже и Мире. Это огромные деньги, где цены исчисляются стоимость десятками миллиардов. Например, чтобы закончить работы в Мирском замке, нам понадобится еще около 30 миллиардов. Чтобы закончить работы в Несвежском замке, около 40 миллиардов. Вдумайтесь в эти цифры, и это все бюджет страны, это все не за спонсорские деньги. К сожалению, никто из спонсоров на это дело не откликается. Я почему немножко так пространно? Потому что сегодня невозможно развитие культуры государства и без этой поддержки, но это невозможно и без тех талантов, которые сегодня судятся по своему учебному заведению. Здесь учатся люди со всех уголков нашей страны. Следовательно, это и внимание государства всем территориям, всем регионам, а не только столичной культуре. Я сердечно вас благодарю за ту работу, которую делали педагоги колледжа, учеников, потому что кроме таланта и трудолюбия надо еще иметь и большой патриотизм, свой, внутренний, государственный, если хотите, который потом проявляется в вашем отношении к тому, чему вас научили, к культуре своей страны, к несению культуры своей страны далеко за ее пределы. И я должен сказать, что учащиеся вашего колледжа, как и все деятели культуры и искусства нашей страны, несут это красиво, достойно и олицетворяют наше государство действительно самым лучшим образом. Позвольте мне выполнить поручение Совета министров нашей страны и вручить приветственный адрес Совета министров руководителю вашего учреждения, цветы от Совета министров, Министерства культуры. И еще раз поблагодарить вас за то, что вы делаете в государстве и для его развития, для его имиджа на международной арене, и для укрепления наших талантов, наших учреждений культуры, для того, чтобы мы могли гордиться вами, а вы гордиться своей страной. Белорусская народная песня «Говорила ржаное жито». И звучит она так, как звучит обычно в народе. Ее исполнит ученик 8 класса Максим Павлов. Исполнит без сопровождения акапелла.
Елена Абрахтевич, концертная обработка белорусской народной песни «Лявониха».
номерам нашей программы. Так как они... Однажды Сергей Рахманинов сказал: «Самое высокое качество любого искусства – это его искренность. Можно ли найти исполнение более непосредственное и более искреннее, чем исполнение юных музыкантов? Они играют свободно, свежо, одухотворенно, открывая нам с вами тайны музыки. И нет ни малейшего сомнения, это творческий процесс. Иногда они просто не замечают ни переполненных залов, ни членов жюри. Они остаются один на один с музыкой, и порой сами становятся музыкой. Вообще, каждый по-настоящему одаренный человек знает это ни с чем не сравнимое состояние, когда после трудных, мучительных поисков вдруг все начинает получаться, словно само собой. Да так хорошо, легко, просто. Вот это, пожалуй, и есть вдохновение. Оно бывает в каждой профессии. Правда, приходит оно далеко не ко всем, а только к тем, кто всегда работает увлеченно и много. Но не случайно же Петр Ильич Чайковский сказал: «Вдохновение – это гостья, которая не любит посещать ленивых». Вы, наверное, обращали внимание еще на один момент. Выход исполнителя на сцену. И в зале устанавливается какая-то удивительная тишина. Вот ощущение поразительное. Кажется, что в это мгновение исполнитель в единое целое сливается со своим инструментом, и тогда рождается музыка. Свой музыкальный подарок дарят дуэт баянистов. Это лауреаты международных конкурсов, стипендиаты специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ученик 9 класса Владимир Борисюк и ученик 12 класса Иван Еремеевич, класс преподавателя Дмитрия Журавского. В их исполнении прозвучит тургеневский вальс композитора Дербенко. Thank you.
Земли белорусские цимбалы. Если бы меня кто спросил, кто им голос дал? Шум дубрав, говор ручья, воды Днепра, сожи легендарного батьки Немана не знаю. Но только голос этот, звонкий и серебристый, певучий и нежный, покоряет весь мир. Когда на сцене появляется ансамбль цимбалистов нашего колледжа, а мне приходилось в концертах нередко принимать с ними участие, зал всегда встречает их бурными овациями. Они играют азартно, увлеченно, виртуозно, вероятно, стремясь еще раз подчеркнуть справедливость названия этого ансамбля. На сцене ансамбль цимбалистов Республиканского музыкального колледжа «Улыбка». Художественный руководитель Лариса Левкович. Композитор Гринштейн, мартовский хоровод. Thank you.
композитор Абрео. Бразильское самбо «Тико-тико». Дуэт кларнетов. Концертные фантазии, дуэт на темы оперы Винченцо Беллини «Норма». Этот дуэт прозвучит в исполнении лауреата международного конкурса ученика 8 класса Антона Моисеенко и преподавателя Республиканского музыкального колледжа Валерия Моисеенко, партия фортепиано Ирина Белова. Thank you.
играет лауреат международных конкурсов, обладатель гранд-премии и звания лауреата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, Влада Бережная, класс доцента Эдуарда Кучинского, партия фортепиано, дипломант международных конкурсов Анна Бережная, композитор Генрик Винявский, полонез. Thank you.
из венгерской рапсодии номер 15 «Рапуции марш». Играет лауреат международных конкурсов, обладатель гранд-премий и специального и звания лауреата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке творческой молодежи, ученик 8 класса Павел Недуг. Класс профессора Владимира Михайловича. Thank you.
концертный оркестр Республиканского музыкального колледжа, его несомненная гордость. Вы знаете, среди деятелей искусства очень часто возникает вопрос. Ну, а что всего в искусстве вообще? Что или как? Говорят, однажды такой спор разыгрался в присутствии замечательного художника Пабло Пикассо. Это к нему подошли для того, чтобы у него узнать. Маэстро, как вы считаете, что все-таки важнее в искусстве? Что или как? И совершенно не задумываясь, маэстро Пабло Пикассо произнес. Кто? Яркая творческая личность. Та, которая может захватить зал. Та, которая может пробудить наши с вами сердца всех сидящих в зале. Та, которая может воодушевить и сделать живой музыку. С 1988 года бессменно руководит этим коллективом заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Пермин. Человек широкой эрудиции, серьезный глубокий музыкант, он обладает каким-то уникальным даром. Он всегда создает атмосферу, где все подчиняется творчеству. В одной из рецензий зарубежной прессы было написано, что молодые музыканты оркестра купаются в музыке, как в солнечных лучах. Они действительно получают истинную радость и дарят нам с вами настоящее наслаждение. Концертный оркестр Республиканского музыкального колледжа. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист Беларуси Владимир Пермин.
Это год особый. Год 60-летия Победы Великой. И так совпало, что нам уже у нас тут зрелый возраст. Поэтому сейчас прозвучит произведение в памяти тех, кто даровал нам сегодняшний праздник. И тем, кто на полях сражения ковал великую победу. И нашим, конечно, учителям, дух которых до сегодняшнего дня в стенах нашего колледжа. Поэтому мы живы и будем жить всегда. Георгий Свиридов, романс.
Ваня Карин.
стипендиаты президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, два брата, замечательных, уникальных совершенно, это Гарик Онищенко, виолончель, и его брат Станислав Онищенко. Вам здорово! Фантазия для виолончели и контрабаса.
7 месяцев. Ладно. А в ответ на новые поросли нас растет. Зовут его Савелий. Спасибо. Дело в том, что вы слышали, как замечательно играл в соло Ваня Каризна, его сестричка Настенька. Вот Настенька специально к сегодняшнему дню написала белорусскую юморесочку. И она сейчас прозвучит в исполнении Насти, композитора и пианистки, и ее родного брата Вани. Оба они стипендиаты президентского фонда. Поприветствуем! Thank you.
консерватории на сцену, как рассказывает Жульбинся, молодой профессор Петр Ильич Чайковский и произнес слова: «Пусть первый в этих стенах прозвучит музыка великого Глинки». Он подошел к роялю и исполнил увертюру к опере «Руслан и Людмила». Когда готовился этот юбилейный концерт, и когда речь пошла о заключительном аккорде, Владимир Первый произнес: «Пусть прозвучит музыка великого Чайковского». Звучит фрагмент струнной серенады.